Привет! 18 сентября. Сегодня поеду на заезд, который называется Латашинский курьер. Температура, не сказать, чтобы жарко. Форма одежды осенняя. Со второй половины дня обещают дождь. Но пропустить Латашинский курьер было бы ошибкой, потому что проходит он рядом с моей дачей. И покататься, при этом имея возможность приехать сразу принять душ и в тепло, это ли не прекрасно? Вот. Еду на старт. Латашинский курьер хитро устроен. Это заезд, состоящий из петель с одинаковым общим стартом. То есть мы стартуем, едем петлю, возвращаемся на старт. И если есть силы и желание, стартуешь на следующую. И так 6 раз. В сумме должно набраться 200 километров. И ты каждый раз перед искушением все бросить и закончить, когда находишься на старте. Рюкзак надо будет бросить там у них. С ним я, конечно же, не поеду. Там дополнительная одежда на случай сильного дождя. Ух, горочка была. В общем, удачи нам всем. Я на старте. Стартовый номер получен. 0.25. Там вот Денис занят делами организационными. Там номер получил. И сейчас стартанем. Поехали на первую петлю. Сразу там бодрые ребята чуть-чуть вперед уехали. Кто-то подотстал. В общем и целом не гонка, конечно. Но как-то так всем хочется немножко посоревноваться друг с другом, видимо. Первая петля. О, самая длинная. Почти 60 километров. Ищем браслет на 34-м километре. А, да, каждому другу нужно привезти браслет будет, который спрятан в каком-то специальном месте, который нам прислали фотографии, легенду. Вот. Это символизирует некую депешу или посылку, поскольку мы Латашинский курьер. Вот мы каждого круга привозим по такой депеши и сдаем. Едем на новый круг. Вот такой прикольный формат игры. Пока на первой петле. На улице 15 градусов тепла. Жара, я бы сказал. Даже жарковато оделся. Можно было бы полегче. Вижу.
браслеты. Берем. Первый. Сдаем же, да, каждый раз? Нет. А, накапливаем. Когда сдаем, значит, вот все. А, все, понял. Чтобы было понятно. Тогда... Так, палка почему-то валяется. Это мои попутчики. Взять браслету. Продолжим. Выехал на четвертый этап, четвертую петлю, перекусил на КП гречневой кашей с тушенкой. Единственное, забыл одну флягу залить водой. У меня только одна с собой. Но вроде здесь небольшая петля, должно хватить. А там надо изотоник попробовать уже употреблять, а то соли уходят. Оп, привет. Едем за красным браслетом. Погода немножко подпортилась. Зато стало не жарко, точно. Надеюсь, этот этап без дождя обойдется. На следующий, может, уже стоит одеть крылья и взять с собой что-то от дождя. Человек решил с дивана не вставать, так и ехать лежа. Да, я сегодня утром решил, что не хочу я никуда вставать. Кровати еле вылез. Диванные гонки вот. Перелёг сначала в автомобильное кресло, потом в велосипед. Пятый круг, он 30 километров.
до конца всего, всей дистанции 50 километров. Так что эти 30 плюс еще 20 надо проехать. И все. Ноги немножко подзабились. Налил себе из отбойки бутылку. Буду восстанавливать целевой баланс. Ну и крутить не спеша. Не знаю, надо смотреть в карте. Так, указатель на Добрино. Вот там. В траве. Найти браслет. В траве пока я ничего не вижу. Фиолетовый. На остановке Добрино. Сигнальный столбик у угла остановки. Вон там дальше, значит. Это я неправильно прочитал. Вижу уже сигнальный столбик. Вот они. Поехали дальше. Perfect. Аккуратно, 25-й. Так, какой круг? Это фиолетовый забрал. Заключительное кольцо. И, конечно же, начал капать дождь. Впрочем, как обещали. Поэтому будем терпеть. Прицепиться, чтобы с ветром бороться, в группе ехать. Посмотрим. Двадцать пятый, финиш. Фух. Ура! Опа. О. Ой, спасибо вам за организацию, просто прекрасно. Съел свою гречневую кашу, еду домой на дачу мыться, греться. В результате группа здоровья, с которой мы виделись на последнем кольце, меня так и не догнала. Я лег на локти и в этой аэропозиции нормально домчал до финиша. Дождик
уже уверенно накапывает. Организация, как всегда, супер. Спасибо, караван, Зенон и все-все-все. И мне спасибо. Фух. Пока.